Здравствуйте, гости и подписчики самого информативного и полезного канала о жизни, недвижимости и переезде в Турции от компании «Толеранс». Квартиры в Турции и квартиры в Анталии. Обзор квартиры «Дублекс» в Конья-Алты, Анталия, с мебелью и техникой, полностью готовой для проживания. Вот тема нашего сегодняшнего выпуска. Этот выпуск будет полезен тем, кому интересна недвижимость в Турции и недвижимость в Анталии. Мы расскажем вам об отличной квартире, расположенной в престижном районе Анталии Лиман Конья-Алты. Эта двухуровневая квартира с мебелью, техникой и чудесным расположением относительно моря, пляжа и городской инфраструктуры. С вами я, ведущая канала «Жизнь в Турции» от компании «Толеранс» Татьяна Фидан. Все самое интересное ровно через секунду, не переключайтесь. Друзья, мы находимся с вами в самом центре района Лиман Конья-Алты, престижного и популярного среди местных и особенно русскоязычных жителей. Преимущество именно этого района в близости к морю и пляжам, великолепной природе и видам на горы, отлично развитая инфраструктура и наличие русскоязычной диаспоры. Все это делает вашу жизнь здесь комфортной и очень приятной. В районе Лиман расположено много маркетов, банков, аптек. Есть большой продуктовый рынок, отлично работает общественный транспорт, на котором легко добраться до крупных шопинг-моллов и центра города. Наш обзор этого района города вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Квартира, которую мы увидим с вами сегодня, расположена в доме с бассейном на расстоянии до моря и пляжа в 900 метров. Это всего лишь 10 минут ходьбы пешком. Расстояние до ближайшего супермаркета 200 метров, до базара 600 метров, до парка со спортивной площадкой 150 метров, а до школы 350. И главная дорога с общественным транспортом в 300 метрах отсюда. Самый большой плюс расположения этой квартиры – тихая, спокойная улица без шумного движения, но в то же время в самом центральном районе Лимана с очень хорошо развитой городской инфраструктурой. То есть это великолепная возможность одновременно жить в тишине и комфорте. А сейчас давайте зайдем вовнутрь территории дома и посмотрим на ее обустройство. Поднимемся в квартиру, покажем вам все детали отделки, площадь, расположение комнат и даже вид из окна. Как видите, вход оснащен автоматическим шлагбаумом и помещением для охраны. В этом комплексе всего один блок, в котором 24 квартиры, а также обустроенная зеленая красивая территория с бассейном и ландшафтным дизайном. Этот дом был сдан в 2014 году. Кстати, жильцы этого дома не только иностранцы, но и турки, что говорит о ликвидности этого объекта. Привратник выполняет услуги по обслуживанию этого дома, типа стрижки травы на газонах или очистки территории. Ну что ж, пойдемте посмотрим саму квартиру. В этом доме есть лифт, а также проведена система газового отопления, что называется, до дверей. То есть, если новый владелец решит провести газ в своей квартире, то тогда он может легко, быстро и удобно подключиться к общей системе газового отопления. Это квартира 3+1, или по-нашему 4-комнатная. Общая площадь квартиры составляет 140 квадратных метров брутто. Напоминаю вам, что в Турции площадь брутто включает в себя не только площадь самой квартиры, но также площадь балконов, лестничной клетки, лифтовой шахты и толщины стен. Заходя в квартиру, мы видим высококачественную стальную дверь, очень красивую и надежную. А слева от входа расположен диафон. А справа есть небольшой туалет, а вообще их три. Один наверху и два внизу.
Вот спальня владельцев квартиры очень светлая и просторная, со своей собственной ванной комнатой, что очень удобно для сохранения личного пространства, если вы проживаете с детьми или другими родственниками. Отделка стен и пола в ванной комнате – высококачественный кафель. Так как это уже вторичное жилье, квартира подключена к воде и электричеству. И после покупки вам останется только оформить абонентскую плату на свое имя и пользоваться всеми удобствами. Это гостиная с кухней открытого типа, отдельно выделенной обеденной и телевизионной зонами. На кухне установлена плита, вытяжка и духовка. Они входят в стоимость квартиры. Есть и посудомоечная машина, удобно встроенная в кухонную мебель. Кухня, как мы видим, полностью оборудована. Есть холодильник, обеденный стол, рольставни на окнах. И не только в кухне, но и в каждой комнате. Также в стоимость квартиры уже входит вся мебель, которую вы видите здесь. То есть будущий покупатель сможет сразу заехать в свою квартиру и начать здесь жить. Вот телевизионная зона. Здесь же располагаются диван и кресло. Уже установлена система центрального спутникового телевидения. Все очень удобно и комфортно для жизни большой семьи. Пока мама на кухне готовит обед или ужин, ее дети под присмотром читают книжки, играют в той же комнате или смотрят телевизор. Стены во всей квартире покрашены водостойкой моющейся краской. Полы в гостиной и спальне – ламинат-паркет. Не стоит забывать, что такого типа квартиры пользуются также большим спросом по аренде. Поэтому, если у вас есть цель инвестировать средства, это действительно хороший вариант вложений. Причем такие большие квартиры можно предлагать в аренду не только иностранцам, а и местным турецким семьям, что облегчит поиски арендаторов или будущих покупателей в случае дальнейшей продажи. Это и есть настоящая ликвидность, которой славится Анталия. Здесь продать, снять квартиру в аренду гораздо проще и быстрее, чем в таких небольших городках, как Алания, Кемер или Белек, например. Ведь наша задача – подобрать для вас лучший вариант по вашим потребностям. Любое профессиональное агентство, оно думает об интересах своих клиентов. Угу. То есть, когда к нам приходит человек, мы прежде всего пытаемся понять, для чего и что он делает эту покупку. Угу. То есть, какие у него цели? Он хочет только отдыхать, либо он хочет на ПМЖ здесь жить? Хочет зарабатывать деньги или он покупает это там для бабушки? То есть, прежде чем мы показываем что-то клиенту, угу. мы проводим с ним достаточно много времени, чтобы понять, его истинные необходимости, как бы истинные потребности. И только после этого наши специалисты показывают ему что-то. То есть профессиональное агентство прежде всего пытается понять своего клиента, что ему нужно. И потом руководствует нашим опытом проживания в Турции и ведения бизнеса уже в районе 20 лет, мы можем ему посоветовать район, либо какого-то застройщика, либо это может быть, допустим, вторичная недвижимость. Все зависит от бюджета клиента. Учитывая, что каждый клиент для нас дорог, и мы думаем о своей репутации, мы выслушиваем человека и предлагаем то, исходя из нашего опыта, что будет для него максимально, максимально правильно. А сейчас давайте пройдемся по спальням. Их всего три. В каждой спальне есть большие окна. Таким образом, квартира очень светлая и солнечная, что супер важно для комфортного проживания. Окна выполнены из высококачественных ПВХ стеклопакетов с двойными стеклами. На них уже установлены ролл-ставни. Комната мебелированная, здесь располагается шкаф, диван, тумбочка, и в целом здесь очень уютно. В каждой комнате в квартире установлены кондиционеры для охлаждения в летний и отопления в зимний сезон. А также, как мы говорили ранее, можно установить радиаторы для использования центрального отопления газов. Для будущих радиаторов уже предусмотрены выводы труб отопления, то есть вам не придется производить ремонтные работы. Все можно сделать быстро и без проблем. Здесь есть целых три балкона и огромная открытая терраса на верхнем этаже. На большой террасе есть кладовка. В
которой подключена стиральная машина и бойлер. А также здесь очень удобно хранить коробки, спортивный инвентарь, велосипеды и другие вещи. Преимуществом данной террасы является также то, что вы можете ее застеклить и таким образом превратить ее в дополнительную комнату или зимний сад, например. Стоимость этой квартиры и ее полное описание вы можете увидеть вот по этой ссылке или на сайте, который вы видите внизу экрана. На нашем сайте вы также сможете посмотреть подборку объектов недвижимости в разных регионах Турции. А вот по этой ссылочке наверху вы можете ознакомиться с еще одним инвестиционным проектом в Анталии, купив который, вы сразу можете получить турецкое гражданство. Компания «Толеранс» является лидирующим агентством недвижимости в Турции, которое вот уже 18 лет помогает нашим клиентам купить, сдать в аренду и профессионально управлять недвижимостью в Турции, а также получить вид на жительство и турецкое гражданство по программе инвестиций в экономику страны. Мы работаем по принципу без скрытых комиссий, что помогает нашим клиентам купить недвижимость в Турции без переплат, по лучшей цене. Хотим напомнить вам, что вы можете воспользоваться нашей программой бесплатного обзорного тура для просмотра и покупки недвижимости в Анталии. Видео про то, что такое обзорный тур, можно посмотреть по ссылке вот тут. Ну, а если вы сейчас не можете приехать в Турцию, мы легко поможем вам купить и оформить этот объект в онлайн-режиме. Обращайтесь к нам, чтобы получить лучший сервис, минимальную цену и самый широкий выбор недвижимости. Подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях и оставайтесь с нами, чтобы всегда быть в курсе самых важных событий и информации о жизни, недвижимости и переезде в Турцию. Мы знаем и говорим о том, о чем не знают и не говорят другие. Жизнь в Турции. Подписывайтесь на наш канал и получайте информацию из уст профессионалов.